Всем привет, с вами Традиция, мы продолжаем играть в экспедицию. В этой серии у нас с вами поручение «Вода в кадре». Фотографии с красивыми водоемами всегда выглядят завораживающе. Мы хотим, чтобы вы подыскали несколько подходящих мест и запечатлели их. Получившиеся снимки точно заинтересуют разные журналы о природе. Ага, типа я там задницу рвю, они там журналы всяких будут размещать, деньги зарабатывать. Награда 3700 бачинских. Само поручение берется у нас рядом с аванпостом, вот здесь вот. Вот у нас с вами три точки. Вот она, вода в кадре, вода в кадре, вода в кадре. Мы поедем с вами первые сюда. Потом спустимся как-нибудь туда. И там, и так далее, и тому подобное. Желаю всем приятного просмотра и погнали. Так. Висится у нас там что, прям, подожди. Здесь нужно вот так надо надымил-то. Так, что-то это самое, я немножко не... Ага, мы уже там уехали, фиг знает куда. Здесь наверх подняться. Ну как понять, что это классный вид? А вот фокус. Водопад Apex Европа. Еще вроде неплохо получилось, да? Так, что, продолжаем? Так, нам вниз-то лучше спуститься-то. Это будет, конечно, интересно. Так, аккуратненько здесь спустимся. Вау. Так, я нашел припасы. Хорошо. Да не, не туда. Туда. О, у нас здесь есть бесконечный якорь. Это вообще очень крутая находка. Это очень круто. Можно будет оставлять его, а потом им пользоваться постоянно. Бесконечный смысл, мы вот так вот взяли его, раз, так вот. Ну давай, выбирайся. Кинули его, хоп. Потом, значит, ой, подтянулись, а когда надо убрать, мы нажимаем, так, хоп, он убирается, обратно в инвентарь. Так. Mm.
Фига себе, я не думал, это получится. Но это получилось у меня. Так, теперь надо самое главное только как-то отсюда выехать. Ну, конечно же, мы воспользуемся с вами многоразовым якорем. Возьмем себе вот так сейчас назад себе и вытянем. Оп, вот так вот вот. Реально, скалолаз. Давай. Ну ладно, не хочешь так, давай тебе как-нибудь вот так. О. Так, забираем якорь. Так, а у нас здесь вообще как с водицей-то? Вообще, вроде неплохо, да? Урон двигателю. Ладно, ничего страшного. Переживем. Давай. Опять у нас с вами не получается, мы берем с вами якорь. Ага, и нигде его не ставим. Круто. Подтягиваем себя чуть выше. Вот сюда. Давай. Берем опять себя вот так назад и подтягиваем себя, подтягиваем. Все вверх. Опять мы здесь застряли, да? Мы его сейчас убираем. Ставим его наверху. Хоп. Вначале мы ослабим, давайте ее. Давай. В тебе верю. Давай. Так, нужно немножко давление машинок спустить. Да отстань ты. Вот, попробуем себя назад. Ну-ка не торви себе ничего, ладно? Да чтоб тебя. Ну, молодчинка. Вот так мы с вами забираемся сюда наверх, и нормально. Так. Вот еще один кадр мы с вами делаем. Успешное сканирование Собачинский. Ха, еще бы она была неуспешна. Так, и третья точка у нас с вами где находится сейчас? Третья точка находится с вами у нас вот здесь, да? Может взять вот этот и им быстрее доехать, чем этим гонять сейчас. Но я так и сделаю. Мы с вами пересядем в дровяка. Что-то у нас потемнело, что ли, да? Да, 6 вечера. Куда-нибудь сюда нам надо выбраться, наверное. Мы нашли брод. Спасибо.
Че, у нас зря грузовик, что будет пропадать? Стоять просто так, да, не работать. Бах. Ну ничего, бывает. Так. Да немного обстановку. Исследуем. Ну, здесь вышка какая-то стоит. Так. Ну, это третий у нас снимок. Какая красота! Скоро мы отправим фотографии в журнал, и тогда все смогут насладиться этими видами. Награда 3700. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, оставляйте под видео комментарии. С вами был Традиция, мы играли в экспедицию и выполняли задания, связанные с фото на воде. Да. Всем пока.